Какая интересная церковь на северной стороне Севастополя. Там по клумбе не ходите, Лена? Золотая церковь. Вот она сама церковь. Вот этот крест. Его сверху надо смотреть, наверное. Так можно. Кто обещал после на искусство появился? Ну да. Или он что такое? 8:30, а потом. Не знаю. Понимать надо. Этот крест, насколько знаю, во время Второй мировой войны подбили, он упал. Раскололся. Большой крест. Цветет что-то такое розовеньким. Что-то розовеньким такое цветет. Цветочки такие. На акацию похоже, но розовое. Интересно. Ничего себе. Да, смотри, это не клюк. Не клюк. Это крест. Это крест. Он когда-то стоял наверху этой церкви. Правда? Да. А этот крест был здесь? Нет. А где? Не было его, это позже сделали. Большой храм. С стороны смотришь, кажется, маленький, но на самом деле он очень высокий. Разрушил как был. Ой, Ваня, смотри, сейчас еще тебе. А тебе как? Сейчас. Хоть спасибо сказали. Спасибо. Немного таких. Это такой бандит. Держите. Я с собой маленький, держи. Ладно, держи. Там конфетки не попало. Все. Здесь хорошо.
храм памятник впервые вижу. А внутри округлый, как во всех церквях. Интересно, да? Вот снаружи форма вроде как пирамиды, да? А внутри вот обычная форма храма. Наших славянских храмов. Православных. Сняла я краткую историю этого памятника. Будете просматривать, ставьте на паузу, читайте. Место очень красивое. Кто будет в Севастополе, ну, очень советую побывать, потому что настолько вот место необычное. Храмов таких я не видела, сколько была в храмах. Это храм-памятник. Тут некрополь находится. Всех воинов, наших освободителей, сражавшихся за Севастополь. Не только за всю нашу русскую землю. Это место, которое символизирует дух нашего народа. Есть чему поучиться у наших предков. Это необычный храм. Это сама по себе вот то, как он построен, в каком стиле построен, какая атмосфера внутри. Приезжайте, приходите, смотрите. Передать это просто вот так вот по видео невозможно. Вот такой вот он со всех сторон. Сейчас я вам еще попробую показать надгробные памятники. Очень, конечно, необычная. Смотрите, считайте, изучайте, приезжайте. Похоже, часовня старая. Реставрация проходит. Кладбище, братские могилы. Защита Севастополя 41-42 года. Долго Севастополь не сдавали. Отвоевали его за несколько дней. Больше года шло сражение за Севастополь 41-42 года. Прежде чем сдать его. А взяли его в течение 5 дней, по-моему. В 44-м году.
могилы практически всех времен. Защитники всех времен. Это люди, погибшие в мирное время. Защитники родни при исполнении служебных обязанностей. Морякам крейсера Михаил Кутузов, 1955 год. Данил, не трогай, не трожь, Данил. Пойдемся, посмотрим, поедем домой, да? Старое погребение. Погребение. Адмирал Кислинский скончался в 1880 году. Это вот старые все захоронения. Такая спальница.
тут вот такие вот памятники, такие вот усыпальницы. Сейчас мы находимся на мысу Михайловском. Вот это вот Михайловская крепость. Вчера мы на Константиновском мысу находились. А вот сегодня хотели попасть сюда в музей. Есть музей действующий. Вход 300 рублей с человека до 7 лет бесплатно. И закрыто. У них выходные понедельник, вторник. Кто будет, чтобы были в курсе. Ну, такой вот, такая вот крепость интересная. Это у нас остановка. Остановка пару катера. Северная сторона также. Попробуем пройтись, посмотреть тут. Такие места. Так вот выглядит крепость. Дальше не пойдем, а будем сейчас направляться домой.